Так, народ, я прокопался. Пещера у меня получилась глубокая, очень, я сам того не ожидал. И сейчас мы с вами будем включать двигатели. Ну, проведем сначала трубу. Только с трубой у меня проблема, потому что ее, скорее всего, не хватит. Ну ничего. Посмотрим, что из этого можно потом сделать. Так, вот так, вот так. Вот так. Да, трубы мне по-любому не хватит, ну ладно. Угу. Надо было еще, наверное, одну золотую сделать, чтобы оно разгоняло тут. Но я, наверное, не буду это делать. Потому что не буду. Без золотых труб обойдемся, потому что... Не, у меня есть, конечно, стак золота, но... Я нашел дофига столько, но... Блин, этого все равно мало. Ага, труба закончилась. Теперь надо думать. Еще где-то стак нужен. Может быть, даже больше. Деревянную я не буду ставить, потому что... Ну, блин, потому что деревянная нужна, чтобы забирать. Так, я тут уже почти провел трубу. Вот, смотрите. Сделал я эти, как водонепроницаемые трубы еще. Сходил за кактусами. Ну вот теперь осталось дело вообще за малым. Так. Тут не надо. Вот так, вот так. Так, и вот так, вот. Полностью уже провели до цистерны. Теперь давайте спустимся вниз с вами и включим наши двигатели. И посмотрим, как оно будет работать. Еще, в принципе, можно двигатель с другой стороны поставить, чтобы было не 3, а 4. Двигателя, но это не сейчас. Так, ну что ж, я думаю, факел тут надо. Ага, этот рычаг сразу два двигателя запускает. Так, смотрим. О, они уже пошли работать. Ну сейчас, в принципе, будет идти лава. Ну, не именно сейчас, они еще разгонятся. Три двигателя дают крайне мало энергии. Так что... Сейчас посмотрим, что будет. Так. А пока мы с вами отойдем. Вот. Как вы видите, они уже... Ну... Дали энергии настолько, чтобы отправить первую партию лавы. Вот оно потекло вверх. Так, что тут еще дальше качает, да? Отлично. Так, пойдем за лавой. Течет она нормально, он, как видите. Так, и сейчас мы с вами посмотрим, как наполняется цистерна. Так, моя цистерна с лавой. Блин, надо тут, наверное, будет сделать ступеньки. То задал будет прыгать. Во, отлично. Так лучше. Так, ну вот, цистерна тут. И лава, понятно, что она сейчас зальется в цистерну. Двигатели там должны еще разогреться до красна и будут качать быстрее. Цистерну я построил большую. Так, еще я. Давайте еще построим, наверное, цистерну. Так, вот, вот тут. Вот так вот. На две клетки вниз. И вот тут. Так, у меня большие цистерны, потому что я не хочу иметь маленькие цистерны. Они не очень... Ну, я не помню, не это какое, не помню, сколько ведер в одну цистерну такую вылазит. Но все равно не хочу иметь маленькую. Так, вот так вот. Ну и тут, в принципе, надо сделать люк. Люк у меня есть, где-то он лежит. Вот он. И вот так. Вот, как и тут. Так, что тут лава подходит у нас уже? Да, долго она течет все-таки по трубе, но она вон течет. Еще вон там партии текут еще. Ну, нормально. Пусть течет, скоро она дотечет, и мы посмотрим с вами, как зальется в цистерну. Лава наша. И глянем, что она себя представит.
Потом я куда-нибудь лаву буду использовать, не знаю пока куда. Но тут у меня будет, знаю, цистерна с лавой, цистерна с, может быть, бензином или водой. И еще с какими-нибудь другими жидкостями, может быть, с нефтью. Не знаю, это посмотрим. Ну что там, давай, 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 давай. Уже хочется поглядеть, давай. Во! Пошла первая партия. Сейчас увидите вы. Вот оно. Пошло заливаться в цистерну. Вот чуть-чуть на дне оно залилось в цистерну. И там идет вот еще одна партия. Ну, когда двигатель нагреется, оно будет идти все быстрее, быстрее, быстрее. Но пока лава не закончится, естественно. Вот еще, еще идет. Так что это отлично. Теперь этот процесс пошел. И будет набираться. Можно теперь для того, ну, короче, можно теперь взять вот так вот еще. Закрыть. Вот тут вот это все, чтобы было не видно труб. А, ну тут я не зак... Тут уже нам не закрыть. Надо было глубже туда прокапывать. Ну и ладно, зато тут можно закрыть. И видно только вот тут сколько у нас лавы. Пока вообще чуть-чуть. На самой низкой отметке. Так. Еще, я думаю, надо построить источник воды. Бесконечный. Так, народ, я говорил вам о бесконечном источнике воды. И чтобы заполнить вот эту цистерну водой. Так, бесконечный источник воды. Сначала нам нужно сделать помпу. Чтобы нам сделать помпу. Так, блин, я начинаю уже путаться в этих крафтах, хотя это только начало. Так, чтобы нам сделать помпу, нам нужна железная кирка. Нам надо сделать карьер. Чтобы сделать карьер, нам нужна красная пыль, кирка, железо и, по-моему, стекло. Насколько я помню. Так. Блин. Еще бы вспомнить, как она строится. Вот так. Красная пыль. Кирка. И так. Нет. Так, ну сейчас я тогда гляну крафт и скажу. Так, извиняюсь. Я протупил. Тут железная шестеренка нужна, я забыл. Так, нам надо железная шестеренка. Так, кирка, редстоновская пыль и вот так. Не понял. Все так же вроде бы надо.